Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadowfight 3. И у нас вовсю идет ивент, который называется Гроза Болот. Я немножко поиграл, размялся, поэтому думаю, стоит поиграть и попробовать пройти всех этих злобных и несчастных противников, которые будут против нас участвовать. Ну что же, давайте приступать, начнем, пожалуй, с обычного режима. И посмотрим, кто здесь и почем. И чего они вообще стоят. Гнев отверженных у нас. 3 попытки нам дается. Короче, поехали в бой. При победе нам достанется 150 рубинов. Это на обычном. Так что вперед и с песней. Ага, изгнанник у нас здесь. С 2 топорами. Ууу, да он легкий. Совсем легкий, ребята. Я думаю, что еще удар хороший, и ему будет крышка. Должна быть. Ну? Ать, промахнулись. Ну, это не беда. Сейчас мы его вот так вот. Все, первая победа за нами. Довольно легко. Но это первые противники, естественно. Всего их будет здесь 6. Погнали. Раунд 2. Ну, что ты там насупился, а? Родной ты мой. Ну, ах ты, гад! Что делает, а? Что он вытворяет? Нет уж. Я прекрасно знаю, ребят, когда они стоят вдалеке, они пытаются бросить свои сюрикены. Ну что, добиваем, пожалуй? Вот так вот. С ноги, как говорится, в бубен ему, и все. В общем, легко. Вначале все идет довольно легко. Ну, а мы продолжаем. И у нас с вами второй раунд. Второй бой. Поехали. Кто на этот раз? Опять изгнанник, ага. С двуручным мечом. Правда, меч какой-то коротковатый у него, а? Зря, зря, конечно, он это все делает. Ничего ему, наверное, здесь не поможет. На-ка, выкуси, уродец. Хорош буянить, я сказал. Оу. Да ладно. Ты как будто наперед знаешь, что я собираюсь сделать, а, гаденыш. Все? Не пора ли отдохнуть-то, малька? Так, у него теневой удар, ребята. Аккуратненько. Ой, не успел. Ты смотри-ка, изображает из себя Шиву. А ну-ка, блин. Почему он-то успел? Все, он поплатился за эту дерзость. И первый бой за нами. Ну, еще один предстоит. Погнали, у меня, ребят, теневой удар есть. На-ка, в бубен. Я ему еще, естественно, сейчас второй удар пропишу. Вот так вот, чтоб знал. Ну а теперь у стенки его будем, наверное, добивать. Да. Слушайте, опять же все легко прошло. Я даже не вспотел. Идеально причем. Ух, ладно. Переходим к следующему оппоненту. Это у нас будет третий бой. Кто на этот раз? Раунд 1. Болотник. Ага, с 2 булавами. Хорошо. Что ты из себя тут представляешь, а? Болотник. По-моему, пока ничего такого сложного нету. Увернулся. Знает гаденыш, что я возле стенки бы его разобрал. На-ка. Оу, щет. Я-то думал, что я ему прописал. Смотри-ка, что делает. Чего вытворяет. Вот так вот. Слушайте, что-то он слишком часто в блок встает. Вам не кажется так, а? Он меня уже достал в корень. Получил свое, а? Оу, тихо. Теневуха у него, ребята. Не даем ему расслабляться. Ну? Да. Первая победа за... Ах, так это еще и босс, оказывается. Вы посмотрите, нужно 3 раунда выиграть. А я-то думаю, что это такое, а? Почему такой сильный противник? На! Так, сейчас еще электрошоком. Не забываем, ребята. Вот так, чтобы знал свое место. Блин, ну у него удары мощные, я вам скажу. Если он по нам попадает, отнимает довольно здорово. Оу, все. Потерял свои булавушки. Пора тебя наказывать. Конечно. Черт. Как-то близко слишком ты пускаешь топорики свои, а? На! Пора отправить к праотцам его. Ну! Да.
И передавай привет от меня там всем поверженным. Ну, еще один бой. И отправим болотника в болото. Так, начинает, смотрите. Оу, да ты опять потерял свои булавушки-то, господин. Нет, не выпускаем его отсюда. Оу, тем более он теневой удар. Надо добивать. А ну-ка, удар глефой. Да, отлично. Вот все говорят, фиговый вот этот перк, глефой тройной удар. Самое то, что надо, поверьте мне. Я легендарными пользовался, мне они не понравились. Ух ты, и мы с вами получаем пак редкий династия. Давайте-ка глянем, что тут нам выпадет. Ну. Так, ярость тигра на шлем. Редкий перк, понятно. Рекрутская форма. Ну, это уже устарело, так же как и крестьянский доспех. Они нам не нужны. Учебный посох я вообще в расчет не беру. И град. Тоже перк на посох. Спецприем, точнее. Ну ладно. На халяву, как говорится, и уксус сладкий. А мы продолжаем с вами. Изгнанник опять у нас. Два меча в руках. Ну, я думаю, что здесь слова излишни. Вы прекрасно все видите. Я думал, что будет посложнее, но ничего подобного. Так, промазал тоже. Ага, как же. Давайте-ка тройным ударом. Отлично. Да, он и мечи свои потерял. Ну что ж, пардончик тогда. На-ка. Еще разок, блин, мимо. Секунду, ребята, давайте-ка. Вот так, блин, да что такое-то. Уворотливый говнюк. Так, сейчас будет, ага. Теневуху, блин, свою использует, да? Ладно. А ну-ка, вот. Черт, он сбил. Точнее, он опередил меня. Так, может быть, мне чем сделать, а, ребят? На-ка. Отлично, вовремя все, как говорится, у нас получилось. Но это был только первый раунд. У нас второй. Да, ребята, уже становится сложнее у нас, скажем, боем. Начали. Ха, прям по ноге саданул его. На, получи. И вот здесь уже его начинаем колбасить, ребята. Чтоб он, главное, блин, да что ж ты будешь делать, а? Угу. Теперь моя очередь. Вот так вот, тройной удар великолепен. Погоди. Добиваем его, да что ты. Все. Гад, юркий. Но, тем не менее, он проиграл нам. Победа за нами. Нам что-нибудь дадут или нет? Награда. Брешь, эпический перк. Это у нас на оружие. Ух, так. Ну что, ребята, продолжаем. Нам осталось еще два боя провести. Двух чувачков замочить. И 150 рубинов у нас в кармане. Ты смотри, ничего себе, два удара. И уже четверть хп отнял, а? Блин, не потерял свои мечи, гад, а? Дудки. Ага, вот как он делает. Хорош, дурковать мне. Пинка под сраку дал, гад. Да на это получи. Надо здесь его колбасить, ребята. У него теневуха накопилась. У меня, в принципе, тоже. Ай, как же я промазал-то? А ну-ка, если гарпун. Ну, гарпун попал. Так, надо успевать. Отлично. Тихо. Главное не тупануть. Он наш. Сто пудов, говорю. Да. Все-таки вовремя у нас теневой удар сработал. И причем как надо. Жалко, конечно, электрошок мы промазали. Но гарпун попал прям в рожу ему. Так, начинаем. Да что такое? Вот этот вот удар выпад. Вон и бесявый. У меня тоже выпад, но я почему-то постоянно им промахиваюсь. Ага, не нравится. Бум, блин, вернулся, гад. Что-то как-то они тут любители постоять в блоке, я смотрю, а? Был бы такой у меня перк, чтобы пробивать блок. Вот это было бы вообще хорошо. Я бы был бы просто неуязвим, ага, попрыгунчик ты. На, еще разок. Тихо. Как говорится, кто кого передамажит. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, чуть-чуть.
Вот так. Готов. Да, порвали мы его. Причем довольно легко. Ну что же, остался лишь один противник у нас, ребята. Пора его наказывать. Кто тут у нас? Болотник, нифига ты. Копьишко-то мог бы где-нибудь поменьше взять. Гад, и не выронил копьё-то, а? С ним все бегает. Да ладно, не может быть, чтобы ты такой ватный был. Ты же последний босс. На нормальном уровне. Ух, как я его пропечатываю-то. Ничего вообще сделать не может. Ах ты. Нет. Блин, все-таки вышел, а? Куда ты тут машешь? Так, и еще удар. Не забываем электрошок. И пора завязывать с ним. Да, он упал. Это же босс у нас последний. Тут нужно 3 победы. Ладно, думаю, справимся. К тому же, я смотрю, не такой уж... Тихо. Не такой уж он и крепкий. Потерял? Нет. Я думал, потерял свое копье, но не тут-то было. Как им не нравится, а? Смотрите, возле стенки-то. Да-да-да. И... Ох ты! Плешивая ты морда. Ты что делаешь? Смотри-ка, попрыгунчик, а? Я за свою боевую, как говорится, карьеру столько попрыгунчиков уже завалил. Не пересчитать. Так, ну что, давайте его, наверное, добивать уже тут. Достал он меня. Все. Ребят, согласитесь, было великолепно. Ну и последний, я думаю, заключительный, наверное, бой. Чтоб ему, как говорится, жизнь малиной не казалась. Ах ты. Вот так. Черт, он в теневуху ушел. Зажимаем его, ребят, не даем спуску. Пускай пройдет эффект теневой энергии. Вот так вот. Вообще хорошо. Не будем рисковать с вами. Можно было бы, конечно, гарпун звездануть. Но черт его знает, пролетит еще копье мимо. Тихо-тихо. На место, собака. Все, я думаю, что здесь мы его и похороним. Ну, да ядрено вошь-то. Чуть топором, а, гад, саданул. На. И еще разок. Тихо-тихо-тихо-тихо. Матрица прям, ё-моё. Теперь моя очередь. Попаду, нет? Ты смотри-ка, а, увернулся. Давайте-ка тройным ударом попробуем. Была не была. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Оп. Прям кончиком глефы до его пузяка мы дотянулись. Да, ребята, победа за нами. И это очень хорошо. Что мы с вами зарабатываем? Естественно, 150 рубинов наших. И еще 160 очков. И реклама. Плюс 46, отлично. А ты хорош, парень. Спасибо, что помог. Рано или поздно эти изгнанники набрались бы силы и пошли на нас войной, говорит нам скаут. За хороший труд положена хорошая плата. Забирай свои трофеи, можешь обменять их на что-нибудь в местной лавке. Это все, конечно, хорошо, но мы с вами, ребят, переходим на престижный. Случайные правила каждый бой. Интересно. Так, ну что, погнали. Тут уже враги должны быть посложнее, как обычно. Так, с двумя мечами, ладно. Начали. Слушайте, ну если так... Ага! Здесь, ребята, отхиливается он. Я так понимаю, когда стоит именно вот на этих штуках. Все, мечи потерял. Соответственно, и жизнь потерял. Ну, что ты тут? Хотел, да? Нет, он успел, в принципе, воспользоваться. Но, к сожалению, ни одного удара не смог сделать. Поплатился жизнью. Регенерирует он, значит, здоровье в определенной точке. А вот эти вот точки здесь две. Значит, нам нужно его бить. Оу. И чтобы он, естественно, на них не стоял. Ах ты, сопряжуй. Что ты чудишь? На. Выживешь? Нет, не выжил. Ладно. Прошли мы с вами этого говнюка мелкого. Очередной у нас с вами бой.
Так. Тут, кстати, уже не рубины у нас дают, а паки, походу, делают. Или карточки. Посмотрим, короче. Ух ты, с топориком. Ладно. Конечно, ага. Дурачка нашел, блин. Думает, я буду так... Блин, обхитрил меня. Слушай, ребят, по-моему, он наш. Так, и еще, наверное, разок. Ты смотри, гад, а, что делает? Уворачивается. Ах ты, сопряжуй. Попал. Да, именно так оно и есть. Он присел, но когда я уже запустил свой гарпун, он в этот момент стал вставать. Ну, за что и поплатился. Какой-то эффект яда накладывается. Но я почему-то этого не заметил. Где эффект яда-то? Я вижу, что вроде бы так здоровье тратится довольно неплохо, когда я улупашу. Может быть, это есть эффект яда? Пи! Вообще, сынок, чё так легко-то? Идеальный причем. Да, я думал, тут будет бой так бой, а на самом деле все легко и просто. Так, 400 еще получаем трофеев. Отлично. Третий бой у нас, ребят. На четвертом нам дадут карточку, а на последнем, по-моему, все-таки пак будет. Так, болотник с двумя булавами, ладно. Смотри, какой хитрый, а. Ну-ка. Отлично, упал. Ага, хорошо. Хорошо, пока идем, ребят. Я не знаю, можно будет, конечно, бросить его, но я не хочу. Да, он уворачивается. Потому что мне нужно именно держать их у стенки. Это самый эффективный, так сказать, момент. Так, и вот здесь уже надо его добивать, пожалуй. Хо-хоу. Классно получилось. В живот, потом в морду. И он отдуплился. Мне нравится. Раунд 2. А, опять же босс у нас это оказывается. Ну-ну-ну-ну, что ты? Оу, щет. На-ка, гад, получи. Гарпун. Ну что, пол хп отняли. Теперь осталось только лишь добить этого гомяка. Так, так, так. Все, он наш. Ох, слушайте, легко и просто идет все. Последний, заключительный раунд, третий. Слушайте, я думаю, даже здесь как-то попроще. На нормале было посложнее. Так, ага. Замечательно. В бубен получил. И добиваем его. Все, ребят, наверное, он наш. Так, еще раз выпад. Да, все. Спекся, малый. Нам после него приста какой-нибудь полагается или нет, а? Или просто спасибо? Пока ничего. Хорошо, продолжаем тогда. Сейчас-то нам точно что-нибудь достанется. Бой в темноте. Да ладно. Бой в темноте, значит. Пока я не вижу... Ага, вот, вот, темнота, ребят. Вот это вот хуже не придумаешь, блин. Самое хреновое, что я даже не знаю, что делаю. Будем постоянно с вами делать тройной удар. Так. Получил все-таки бубен. Теперь тройным ударом. Блин, да что ты будешь делать? Ну-ка. Ага, задел его все-таки. Я боюсь, что он сейчас включит теневуху, а он уже включил ее. Блин. Ага, промахнулся. Все, он наш, я думаю, что он наш. Блин, отгребаю. Ёлки-палки. Ай-яй-яй. Нет, 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 только не это. Слушайте, а чего он сдох-то? Я вроде промазал. Но, тем не менее, все-таки мы выиграли. Раунд 2. Блин, не нравится мне в темноте драться, честно вам скажу. Будем тройным, ребят, тройным сейчас его колбасить. Блин, вырвался, гад. Да как ты можешь так делать-то, а? Какие-то свои сраные вонючие пиночки прописывают мне, и я от этого страдаю. Как тебе тройной вот этот удар, нравится? Будем только его сейчас херачить. Пробил я его. Ну? Добили. Все. Бой в тени закончен. И должны мы что-то получить с вами. Я ведь видел, там какая-то карточка лежала. Награда. Оглушение. Легендарный перк. Это, ребята, скорее всего, для булав.
или для молота какого-то. Ну что, нам еще осталось буквально два боя сделать. Так, опять у нас мечник с коротким мечом, причем двухручным. Ага, эффект кровопотери висит. Это хорошо, ребят. Да-да-да, конечно, топтун. Вот, что делает, а? Ага, значит, кто последний ударяет, на том эффект и висит. Будем знать. Ну, это ему уже, наверное, не пригодится. Да, я его просто разрубил пополам. Как сардельку. Ну что, давайте еще так же красиво сделаем с вами второй раунд. На. Оу. Вот эти вот удары бесявы меня бесят, когда он топотуна включает. Нельзя, ребята, ему давать. Ах ты, сейчас тенюха, наверное, врубит. Ну, конечно, как же без нее-то, на. Сейчас еще угостишься молнией. Ах ты, сопляк. Не-не-не-не-не. Вы видели, а? Вы видели, что он сейчас сделал? Он приземлился на меня и, ну да, наверное, чуть больше, чем половину хп просто снес. Хорошо, у нас пока ничья. Слушайте, если так дальше пойдет дело, это будет плохо. Надеюсь, мы не дадим ему накопить теневую энергию. Ха-ха. Да. Вот он сам встает к стенке. Ну и, соответственно, подписывает себе смертный приговор. Не даем слабины ему, не даем вообще, ребята. Вывернулся. Да. Эффект кровопотери все-таки сработал. И он сдох, как собака. Это ему коварная месть за то, что он у меня тогда отобрал попытку. Ладно, ребят, продолжаем с вами. Так, у нас очередной бой. Ну и, по идее, здесь должен быть босс. Опять болотник, опять с копьем. Ладно. Тихо, тихо. Ну, пока вроде бы неплохо идем. Но это пока. Кубарем. Ох, да ладно. Не-не-не-не-не-не, не надо. Вот это вот не надо, ребята, у меня очень хреновые удары без оружия. Поэтому я тут сильно. Ну, смотрите, ну что это. Я его буду тут до скончания веков разбирать. Жесть какая-то. Вот это он чудит. Так, ладно, хорошо. Сосредоточились, ребятушки. Что за дела-то нафиг, а? Я не понял, болотник. Главное не дать ему использовать теневую энергию, ребят. Так, и вот промахиваться нужно поменьше. Иначе... Ты посмотри, сколько у него отнимает топор, а? Ты достал меня уже в корень. Все, сейчас будем возле дерева его колбасить, ребят. Ага, хорошо, пока идет. Не даем ему вставать. Блин, да что ты будешь... Так, будет пулять сейчас, нет? Топор полетит? Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох, я успел. Фу ты нафиг. Повезло мне, ребята. Крупно причем. На, говнюк. И вот так вот, прям в коленочку. Ну что, мы сравняли счет. Но у него теневая энергия накопилась. Я боюсь, что он сейчас ее, ребят, сразу же будет применять. Нужно перебить это дело как можно быстрее. Да-да-да, вот о чем я вам и говорил. Ну что, давайте тут его и разбирать тогда. Прям под деревцем. Так. Тихо-тихо, не надо. Вот, все, ребят, теневая энергия у него закончилась. У меня накопилась. Можно, в принципе, вот так. Ай-яй-яй. Промахнулся, я так и думал, что не надо делать. Ай. Жалко, конечно, что она очень быстро заканчивается. Так бы я бы ему, конечно, еще с удовольствием бы влепил бы гарпуном. Ну что, добиваем. Да. Победили. Так, еще один последний нам бой предстоит это сделать. Раунд четвертый. Была не была. Ох ты, ничего себе саданул, ребят. Вот хорошо, что у меня стоит перк на отхил. А так бы он у меня уже пол хп бы отнял бы. Никакого спуску не даем этому уроду. Да хорош ты уже тут своим копьем тыкать, да? Чё? С удара снес, ну нифига.
Короче, тут получается так, ребят. Лучше бить его в ближнем бою и, естественно, избегать вот этих вот ударов. Ну и, соответственно, не давать ему в тень войти. Вот так вот. Прям возле этого дерева будем его разбирать. Попытаемся. Так, у меня еще до теневухи, как до Китая раком, блин. Нет, 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 не надо. Не надо буянить. Ага, задели. Да ладно, мы ему еще копье выбили. Вообще шикарно. Все, тогда он уже наш. Вот так. На, в рожу прям, гарпуном. Ну и все, остается только разбирать его. Да что ты, ё-моё, ребят. Я все время путаю верхнюю кнопку и кнопку удара. Да. Ха-ха. Упал. Ну, что нам там достанется? Победа. Ну давай, 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 не томи. Награда 710 трофеев. И 65. Отлично. Ух ты, эпическая. Ну-ка, ну-ка. Это уже интересно. Ну где карты? А, вот они. Ядовитая кожа на шлем. Хорошо. Вау, еще одна. Так, гнев глубин. Нифига себе. Такой брони у меня еще не было. Ну, это рекрутская форма, ерунда. И алые чакры тоже бред. То есть нам достается, ну, в принципе, я доволен. Одна легендарная шмотка. Так, ну что, пора, наверное, пойти в магазин и немножечко прикупиться. Так, давайте-ка мы с вами зайдем. Хочу я посмотреть. Так, вот они, ребята. Гроза болот. Две булавы. Вот это вот у нас броня. И шлем. Так, давайте улучшим броню себе бесплатно. Почему бы и нет? На халяву-то, да? Так, отлично. Я даже не знаю, что... Мне, в принципе, ничего не нужно. Ну, булавы. Фиг его знает. Так, а что тут еще? Посох и костюм спектра. Нет, все это мне не нравится. О, а вот шлем. Шлем даже очень хорошо. Может быть, его купить, а? 850 он стоит. Ту-ту-ту-ту. Ну, это лучше, чем броня, согласитесь. Давайте возьмем. Мне он нравится то, что у него очень хорошая защита. И нам хватит еще даже на булаву. Все, берем, короче, с вами. Так. Подтверждаем. Ну, а броня... Ну, а броня мне это не нужна. Так, хорошо. Тем более, по-моему, она у нас есть. Раз тут написано улучшение. Так что берем, наверное, булавочки с вами. Хоть они не такие мощные, но больше здесь нечего брать. А очки, как говорится, нам нужно куда-то потратить. Ну, что такое? Все. Уникальные булавы. Ну вот, ребят, как-то так, в принципе. Прошли мы с вами ивент. Заработали то, что нам нужно. Ну-ка. Шлем. Да, на соточку считай. Он круче. Ну-ка, как мы будем, интересно, смотреться потом в нем, а? Так, хладнокровие. И тут еще у нас что-то. Давайте. Ну-ка, надень-ка. Ну, смешно, но тем не менее. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся уже с вами в следующих выпусках. Ну, а на этом все. Всем пока, удачи и до скорых видосиков.